Приветствую, дамы и господа. Поступил такой вопрос: посмотреть на Аурора. Будет ли данный инструмент в диапазоне 3-5 долларов в этом году достигнуть 7 долларов в альт-сезон? Ну, давайте посмотрим. Я его вчера просмотрела как инструмент. Какие у него перспективы. Сейчас в данный момент времени он стоит 22 цента, ну почти что 23. Да, интересный график у него. Торгуется на Coinbase, Coin, там тут много бирж. Давайте посмотрим инструмент. К сожалению, у меня золотые карты не рабочие сегодня. С этим инструментом отказались работать. Аврора. Срезы давайте. Угу. Это Николай Четверка. Слушайте, хороший такой расклад, интересный. Идет срез туз и сила. Великолепный вообще срез. Срез очень хорошо открылся. На дне колоде повешенные. На дне колоде праздник в доме и повешенный. Это какая-то жертва по дну. Ну, такой вообще срез очень благоприятный. Сила. Шестерка монет. Туз монет с королем. Ну, на год прогноз. В общем, скажем, неплохо. Давайте вскрывать. Императрица, поддержка, матерь земли, получение выгоды какой-то своей, два туза. Здесь, значит, полное эмоциональное удовлетворение и материальное, и хороший импульс по какому-то королю. То есть там кто-то сидит с денежкой. Ну, дама чаш и туз чаш, это какое-то очень замечательное такое удовлетворение будет. И поддержка. Императрица с энергией стоит у нас, с импульсом с очень хорошим. То есть она поддерживать будет мать-земля. И сила, это мягкая сила. Посмотрим, как они откроются. Скроются как. Тузы мы не трогаем, потому что они сами за себя говорят. Да, здесь будет какой-то этот выбор по императрице. Неплохо открылась. И по силе у нас будет поддержка Иерофанта. Одни старшие арканы вот на ваших глазах достаю. Срез хороший. То есть инструмент хороший. Но здесь единственное дно с подвешенным. Ну, подвешенность почему у нас будет? Ну, как, по каким-то новостям скандальным. То есть какие-то скандалы. Непонятные. Угу. Поддержка будет каких-то официальных лиц. По императрице будет какой-то выбор. Поддержка приведет к получению каких-то доходов хороших. То, что проекты, в общем-то, нормальные. Давайте посмотрим ценовую политику. Что самое интересное. Сама не ожидала, вообще шикарно. Карты показали хороший результат. Ценовая политика. Смотрим. Никаких не тайн, ничего такого. Дно только такое, но дно оно и есть дно. Давайте посмотрим. Так. Значит, какое? 3-5 долларов. 3-5 долларов. Задаем вопрос в этом году. Три. Ну, похоже, что да. Ну, с каким-то воровством. Да, два положительных результата по старшим арканам. То есть здесь выходит, да. И ну, здесь будут какие-то перипетии, у него воровство будет, и, в общем-то, и топтаться он стоять на месте будет. Ну, ответ более положительным, чем отрицательный. Давайте еще одну карту. Да, туз монет. Да. Теперь похоже, да. То есть перекрывает он всю отрицаловку, вот эти вот условно отрицательные карты. Да. Смотрим 5. Тяжело будет идти, очень много будет надежд и башни. Скорее, вероятно, всего он все-таки не дотянет. Будет очень много надежд и башня. Старший аркан. Нет туз, двойка, нет, десятка условно нет.
Здесь хорошая карта, восьмерка пентаклей, тут хорошая работа. Давайте еще одну проверочную. Правосудие, да. Ну, типа, да, будет подбираться к 5. И $7 альтсезон. $7 альтсезон. Аурор. Умеренность. Скандал. Опять двоечка. Раздача монет. Колесница. Но если мы придем в конце сезона, то да. Ну, будет умеренно. Очень длинная карта. Долгая такая. Очень долгая карта. Когда он останется, тогда мы получим прибыль. Но это должно быть очень сильный потенциал и движение вверх. 3 положительные. Ну да, опять какой-то обман в родству. Ну, еще один. Туз мечей, это острый ум. Император, да, возможно, если будет альтсезон такой вот яркий, четкий, не то, что такое, что сейчас индекс может разные цифры показывать, а монеты выборочные. Ну, да, принципиально, да, хороший ответ. Я сама вот не ожидала такого ответа. Ну, потому что я не знаю инструменты вообще-то как. Желаю всех благ, профита. Всего самого наилучшего.